И мне прямо сейчас нужно разломать здесь вот этот вот спавнер, который находится. Вот он, да? Да, ломай. Майнкрафт 1.19. Выживание без мода. С Варданом. Дикое обновление. Хей, всем большой привет, дорогие ребята. Меня зовут Маус, и добро пожаловать на мой второй канал под названием Сундук Маус. Это уже 31-я серия по выживанию в Майнкрафте на версии 1.19 без модов. Я только что очень быстро разрушил данный блок, и что ж, немножко офигел, думаю, что это такое. Короче, ребята, в прошлой серии, как вы все помните, мы с вами находились в аду. Искали гастов, охотились на них, убили несколько штук, получили себе всего лишь одну пока что слезу. Но ничего страшного. Самое прикольное это то, что мы отыскали целых два бастиона. Один находится примерно вон, в той вон стороне за этими блоками, а другой находится прямо-таки вот здесь. Он очень большой, это его вершина, и сегодня мы его будем с вами залутывать. Дело в том, что в прошлой серии я залутал единственный уровень, а именно вот этот вот сундуком. Тут мне в комментариях написали, я забыл взять с собой кирку на удачу один алмазную, прям-таки сейчас я ее забираю, конечно же. Ну и в принципе, ребята, сейчас мы далее пойдем лутать данный бастион. Я не знаю, что нас ждет, но возможно сегодня погибнем, возможно не погибнем, но мне бы очень хотелось облутать у них вот эти вот золотые блоки, облутать всякие разные прикольные вещи, возможно найти незеритовые ломы, которые очень пригодятся для крафта незеритовой брони. Короче, будет классно. Поэтому, ребята, пожалуйста, поставьте лайки все, кто этого еще не сделал, потому что ваши лайки очень сильно мотивируют на новенькие видосики. Поэтому, если вы хотите, чтобы видео выходили чаще, то ставьте лайки. Каждый лайк влепите, вам не сложно, мне приятно. Спасибо, красавчики, все, кто это сделал, просто вас обожаю. Вот такой вот посылочкой я даже вам отправлю, как говорится, воздушный. Ну и, в принципе, что мы сейчас с вами сделаем? Во-первых, я хочу перекусить картофелем, потому что, как-никак, силы нужно восстанавливать, сытость нужно поддерживать. Естественно, нужно выложить всякие разные блоки, такие как незерек, такие как, наверное, чтобы еще выложить такого, я даже не знаю, такие как, наверное, кварц или кожу. Кожу выложу, вот, в принципе, кожа не так уж сильно нам важна. Ну и, в принципе, все. Прямо сейчас мы с вами отправляемся немножко пониже, для того, чтобы посмотреть, что нас тут ждет. Я, если честно, очень сильно боюсь, но, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Здесь никого нету, вот тут, возможно, за стенкой что-нибудь будет интересное у нас. Или ничего не будет, походу дела ничего не будет. Ладно, тогда придется спускаться еще ниже. Здравствуйте, здравствуйте. Так, тут есть кто-нибудь злой? Эй, кто-нибудь? Походу, ребята, все злые свиньи куда-то пропали. Собственно говоря, на прошлой серии на меня с этой башни очень много свиней напало. Видимо, они все как раз-таки вот в этом вот отсеке и находились. В этих отсеках, поэтому их тут нету. Они находятся немножко подальше, теперь всякие разные враждебные мобы. Тут у нас уже получается полнейший пустяк. Какие-то ступеньки куда-то ведут. Нифига себе, ребята, что это за ступеньки такие? Это что же такая шахта странная? Вы только посмотрите на это! Офигеть! Я не знал то, что этот бастион настолько глубоко может иметь такие катакомбы подземные. Вау! Крутяк! Первый раз такое, на самом деле, встречаю в Майнкрафте, и для меня это, я бы сказал, открытие. Для меня это в новинку, для меня это в диковинку, в такие места проходить. Я не знаю, что здесь можно отыскать. Тут мы, наверное, сейчас можем оценить вообще масштабы этого бастиона еще раз. Сейчас проверим, узнаем. Так, падаем сюда и смотрим. Продлевается он вон до туда. В принципе, не такой уж, на самом деле, большой бастион, насколько я прям думал. Но, в принципе, в любом случае, залутать его сейчас стоит нам. Так, пойдемте. Не понял, а как нам тут выбраться? Откуда я шел? Я шел, наверное, отсюда, правильно? Правильно. Кстати, ребята, все, кто не подписан на мой основной канал, я вам напоминаю, на моем основном канале сейчас выходят очень часто новенькие видосики с монтажом, очень крутые. Поэтому переходите и смотрите, если что, ссылка на мой основной канал в описании. Все, перейдите на мой канал основной, Титмаус, и подпишитесь. Моя мечта — миллион подписчиков, там уже 915 тысяч подписчиков. Вот, поэтому подпишитесь. Раньше было много больше, но потом отписываться от меня стали, по той причине, что По той причине, что я очень долго отсутствовал на основном канале, а сейчас я восстанавливаю там, так сказать, свою активность. Поэтому, ребята, если вы хотите меня поддержать, перейдите по ссылке в описании на мой основной канал и подпишитесь. А сейчас я опять спускаюсь в какие-то подземные катакомбы, мне это не нравится. Под землю мы спускаться с вами не будем, а вот сюда мы сейчас с вами придем. Вот они, два уже таких блока у нас имеются здесь. Я вот не знаю, правильно ли делаю то, что я прям-таки сейчас вот тут нахожусь. Наверное, для того, чтобы меня здесь никакие говнюки не скинули, во-первых, я вот такую вот баррикаду здесь устрою. Потому что действительно очень страшно находиться здесь просто так. Так, вот тут меня тоже, наверное, скинуть смогут они. Да, вот таким образом нужно тоже перекрыть все это дело, чтобы никаких случайных скидываний не происходило. Ну и, в принципе, здесь, если что, я смогу закрыться, убежать. Вот таким образом перекрою эту часть и вот сюда буду сваливать. Так, наверное, блин, я даже не знаю, как бы план отступа прям такой хороший сделать. Так, собственно говоря, вот так. И если что, потом просто-напросто перекроем вот этот блок и все нормально будет, да?
Да, тут вроде нас они не должны будут достать. Да, тут все тоже я перекрыл. Ну, в принципе, все отлично. У меня план отступа появился, более-менее нормальный, если что. Убежать, дорогие друзья, мы сами спокойно отсюда сможем. Это хорошо. Итак, друзья мои, погнали. Я сейчас прям-таки вот что сделаю. Во-первых, возьму опять-таки свой Незерек. Вот таким вот образом устрою данную часть, чтобы никто меня отсюда скинуть на всякий случай не смог, а то мало ли реально. Все же может быть. Ну и, в принципе, пока никто не нападает, наверное, можно смело, по идее, данные блоки срубать. Но я прям боюсь, что сейчас кто-нибудь сверху или откуда-нибудь на меня кто-нибудь спрыгнет. Это было бы не круто. Так, ладно, все вроде нормально, никого не вижу. Там опять, о господи, думал, золото, это лава течет. Так, тихо, отлично, первое золото есть, второе золото у меня. Так, ты не упала? Оно упало! Нет, минус золото, пипец, это я, конечно, сделал плохо. Так, здрасте, кто-нибудь есть? Сверху, снизу. Блин, я, ребята, они реально сейчас отовсюду могут пойти. Очень стрёмно. Очень стрёмно, очень опасно, но ради интереса я, конечно же, сейчас тут все проверю, 100%. Здрасте. Хеллоу. Кто-нибудь? Есть тут кто? Так, там, блин, стрёмно вообще. О, вот там кто-то был только что, по-моему. Пипец, как же стрёмно, а. Какая же стрёмная эта дичь находиться здесь. Здрасте. Добрый день. Добрый вечер. Вот он, видел его, видели, да? Тоже видели. 100% иди сюда. А ну иди сюда, на! О, ребята, стрёшь, ты скелет напугал, блин! Пипец, тихо! Спокойнее, нужно аккуратнее это все делать. Так, да хорош, что тебе надо, так кослявый такой. Умирай! Молодец, все. Чувак, у меня есть лук! Я тебе сейчас полбу стук сделаю. Так, отлично. Вот жалко, у меня нет чеснока. Был бы у меня чеснок, я бы тебе по. Хлоп. Но только вот с лука полбу стук тебе буду делать. Так, на. Все, супер. Так, собрали косточку. Здрасте. Что у нас здесь? Ничего, вроде бы как. Никаких говняков больше я тут не замечаю. Тут нужно быть предельно осторожным, потому что вот такие вот пропасти существуют, которые могут весьма причинить нам вред. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята, сколько там золота, вы это видите? Офигеть, я хочу его залутать. Я очень хочу залутать. Слишком много пиглинов здесь находится. Черт возьми, как мне тут страшно-то, а? Как тут стрёмно находиться, однако. Так, однако, здравствуйте, здесь пусто. Почему-то на этом уровне я сундуков не наблюдаю. Если мне сейчас забраться чуть выше, что-нибудь я смогу занаблюдать. Интересно, новенького какой-нибудь сундук, сейчас посмотрим. Так, блин, финальная, как вы понимаете, у нас финальная штука, это вон те вон блоки, которые снизу были, мы их, конечно же, залутаем. Но сейчас я хочу полностью весь этот бастион сверху обсмотреть, так сказать. Так, тут ничего нету, слышу где-то гаста. Ладно, она тоже никакой пока что опасности не представляет. Хотя, конечно, он мне нужен тоже для того, чтобы получить эту слезу гаспа. Сундук. Так, опа, свин. Свин, здорово. Здорово, свинья. Так, я тебя сейчас подстрелю быстренько. На! Умри! Отлично, готов. У меня один стрел осталось. Маловато, конечно. Может, тут стрелы будут? Не будет. Здесь есть арбалет. Тут есть плачущий обсидиан. Так, по-моему, кто-то ко мне бежит. Мне показалось. Послышалось, наверное. Ой, там лава, господи. Перекрыть надо срочно. Господи! Пипец, стрёмно-то как! Так, тихо, все нормально вроде бы как. Что в сундуке еще есть? Мясо немножко есть, еда это хорошая тема. А, я, пожалуй, выложу вот эти вот блоки. Ну и, в принципе, больше ничего такого важного здесь я далее не наблюдаю. Ага, хорошо, хорошо. Так, спускаемся чуть пониже, посмотрим, что у нас есть тут. Угу, я хочу пройти немножко вот сюда сейчас получается. Что-то меня прям манит меня прям сюда, вот в эту сторону. Здрасте. Кто у нас тут, что у нас тут? Пиглин у нас тут маленький, и он там еще один пиглин есть. Так, ладно, сейчас будем с вами драться. Давай, нападай. Ой, кто там идет? Кто там забирается-то? Какой он серьезный парень там. Так, он тут никак не проберется ко мне? Вроде бы нет. Вот здесь, кстати говоря, прям-таки сейчас могу его, наверное, выследить. Ну-ка, ты где там? Вот он такой гад. Отлично, сейчас мы его будем убить. Господи, что-то я куда-то пришел неправильно. Фух, убил, хорошо. Шестой, седьмой, господи, какая жесть. Хорошо то, что здесь их больше нету. Так, кушай картошку срочно, вроде бы никто не нападает. Здрасте. Так, спокойнее, вот это мы с вами упали, конечно, сейчас. Боже ж ты мой, вон там их очень много. Просто уйма тьмущая. Берем, надеваем данные ботинки, потому что мне не хватало еще, чтобы они на меня напали. Фух. Пипец какая-то, это просто жесть, ребята. Так, что я еще могу надеть? Вроде бы как точно все. Капец, у меня еще и Незерек заканчивается. Какая же это плохая новость. Дело в том, что Незерек очень сильно нужен для того, чтобы можно было застраивать всякие разные блоки и так далее. Ладно, с этим мы чуть позже разберемся. А прямо сейчас я хочу пробраться немножко в эту сторону. Тут у нас опять-таки пиглин. Я уже, к счастью, в нормальной броне. Но если я этого чувака начну лупить, наверное, на меня это тоже говнюк нападет, правильно? Нет, вроде не нападает. Вроде бы не нападает. А! Нападает! Пошел ты нафиг! Тогда, наверное, в таком случае я, пожалуй, обратно надену свою алмазную броню.
и пойду дальше. Добрый день, что у нас тут? Сундуки будут? Не вижу. Наверное, я в ту сторону пройду. Я сейчас, наверное, избавлюсь от той толпы, которая вон там гопников этих свиных находится. Нам точно нужно их сейчас отмутохать, отмутузить, чтобы они нам в дальнейшем ни в каком случае не мешали. Так, блин, вон там очень много их. Я бы этого чупака сейчас скинул. На, давай! Так, почти скинул. На, хорош, все, минус один. Отлично, в лаве погорел. О, там спавнеры их, да ладно, вон он, смотрите. Вот он, получается, очаг всего торжества. Спавнер. Собственно говоря, они как раз-таки с помощью него и спавнятся. Окей. Тусов слишком много. На, умирай. Молодец. Так, ой, нападают только хорошо. Тихо. Офигеть, так, тихо, не скинут меня никогда. Не скинут, вроде как. Вроде бы как не скинут. На, так, за стенку, оп. Оп, пошел, профессиональная работа, на, отлично, уничтожили, и еще тебя уничтожаем, ты, конечно, в броне жесткой, тихо, все, хорошо, справились, так, здрасте, кто там у нас один нападает, пока что только один-то фигня, фух, жестко, так, перекроем лаву на всякий случай, мало ли мне кто-нибудь туда скинет, ой, потекла, родимая, тихо, не надо, спокойнее будь, лава, что ты вообще разошлась, так сказать. Так, все нормально, слышу слаймов, вон там очень много блоков, господи, какая же огромная их куча. Вообще, так, тихо, спокойнее, паренек, спокойнее будь, на, последний удар, на, нет, последний сейчас вот, да? Да, все, убили. Фух, ребята, справляемся более-менее. Так, здрасте, что у нас тут? Кто-то опять, по-моему, спрыгнул. Ай, ты откуда это взялся? Тихо. Вот тут я, кстати говоря, немножко не предусмотрел ситуацию, дело в том, что здесь они прям-таки сейчас могут сверху на меня все понападать. Я бы этого не хотел. Я, по-моему, там сверху где-то слышу, или это снизу, возможно, вообще. Так, ладно, хорошо. Вроде бы как пока что живы. Здесь у нас можно, по идее, спускаться. Нет, мы тут спускаться не будем. Мы спустимся немножко с другой стороны все-таки. Так будет гораздо безопаснее. Вот здесь есть логический так называемый спуск. Вот, с которого уже можно было бы начинать спускаться. Господи, сколько у вас тут много. Магма слайма, вы что тут делаете так, в количестве огромном? Так, вот этого чувака стопроб. Я прямо сейчас скину. На! Давай, отлично, что-то не получается. Все, скинул, да блин, повезло тебе-то как. Давай еще раз. На, отлично, ну почти же в лаве ты, чё ж ты не скидываешься-то. Блин, только стрелы потратил зря, окей. Так, где-то здесь у нас есть спавнер. Вроде бы как никто из пиглинов меня тут стрелять не будет. Сверху никто вроде бы как не спрыгнет. Я на это очень сильно надеюсь, потому что если сейчас кто-то сверху прыганет, это будет филаска полнейшая. Слаймы вроде бы как допрыгнуть до меня тоже не должны. И мне прямо сейчас нужно разломать здесь вот этот вот спавнер, который находится. Вот он, да? Да, ломаем. Ломаем, говорю, спавнер, пипец, ребята, слайм пошел нафиг! Пошел в жопу, слайм! Тихо. Что это, мать его, только что получилось? Как это вообще произошло? Как это вообще, мать его, только что произошло? Как я, черт возьми, выжил? У меня что, нагрудник на огнеупорный, что ли? Так, тихо, живем! У-ху-ху-ху! Жесть, какая произошла! У меня взрывоустойчивая защита зарядов. А где, в смысле? А где огнеупорность? Почему я так хорошо? Такой огнеупорный. Странно. Ладно, это очень повезло. Мне на самом деле это очень круто. Подводная ходьба, прочь 3, взрывоустойчивость, что-то странно. Видимо, просто сама по себе алмазка зачарована хорошо. Ну, как никогда. Защита 4 где-то у меня была. Вау! Пошел нафиг, я кому сказал. Уйди от меня. Молодец. Фух. Блин, алмазка реально спасла. Если бы я сейчас был в железке, я бы, скорее всего, погиб точно. Пипец, вот это да, как повезло-то, что здесь были хоть какие-то блоки. Так, мне прямо сейчас нужно каким-то образом выбраться. Я все-таки решаю вскопать себе немножко вот этих вот кирпичей. Они мне сейчас нереально необходимы. Поэтому собираем все это дело, и мне все-таки этот спавнер нужно сломать. Там слишком много магма слаймов, мне это не нравится, я хочу от них избавиться, чтобы они мне в дальнейшем не мешали. Так, отлично. Все, накопали нужное количество блоков. Сколько получается? 22 кирпича, нормально, пойдет, чтобы застроиться на верхушку, нам хватит. У меня уже заканчивается, мать его, картофель. И вообще, у меня есть свинина. 6 свинин даже сырой есть, вообще надо будет пожарить. Ладно, сейчас не об этом. Сейчас дело не в жарке, сейчас дело просто-напросто в... Выборки, ну вы поняли, что я имел в виду. Дело сейчас в том, что нужно выбраться и сломать этот дурацкий спавнер. Как я так мог не устоять-то, а? Так, все, разломали. Отлично, пошел нафиг, ты откуда пришел вообще? Взялся откуда-то сверху, блин. Пришел. Ладно, так, нормально, все хорошо. Прямо сейчас надо простраивать ступеньку. Там вижу сундучок, окей. Давайте, наверное, сначала тот залутаем. Так, пиглины, здорово. Здорово, парни, как дела у вас? Ща мы к вам придем. Ща мы с вами справимся со всеми. Аккуратненько все сделаем красиво. Так. Я, конечно, не Мурат, но все вам офигенно сделаю. Так, блин, надо еще, наверное, спуститься на один уровень. Так, вот, сейчас тут все спокойно, всех смогу отфигачить на... Отлично. Так, все, не могу терпеть. Убиваем. Отлично. Что у нас тут? Опять-таки.
Понятно, больше нет никого там. Золото еще, отлично, что у нас такое, добыча 2. Ух ты, какой меч хороший на добычу 2, мне это нравится. Я вместо, наверное, 4 данных камней возьму это все дело. Пластиночка, неприятная, точнее, приятная штука. Почему это неприятная? Приятная штука, естественно. Так, прямо сейчас я вот что сделаю. Я, наверное, поем свининку данную, тем самым освобожу место. Вот, и что еще можно забрать? Вот эти вот всякие штуки прикольные. Все, отлично, забрали. Слаймы, привет. Не желаете ли вы сейчас погибнуть? Очень жалко, что вы не горите в лаве, потому что мне было бы очень приятно, если бы вы сгорели. Тихо, тихо, тихо. Еще вас тут не хватало, чтобы вы меня в лаву с собой затянули. Не надо такого. Так, отлично, отлично, отлично. Уничтожаем, господи, еще и маленькие целая куча здесь. Так, готов, готов, готов. Ща мы с вами со всеми тут справимся. Какие вы, блин, надоедливые, неужели? Вот надо же было вас так угоразить. Столько много заспавниться здесь. Убиваем каждого, каждого слайма. Уничтожаем. Отлично, отлично, отлично. Давай, что такое? Прыгай, молодец. Хорош, хорош, хорош. Какой большой это был, а? Так, так, сейчас будем паркурить. Сейчас будем жестко паркурить, блин, не получилось. Оп, оп. Аккуратненько. Все, мы, ребята, на нашем офигенском месте. Здесь все самое сокровище. Все самое сокровище именно тут. Здорово, чуваки. Я, наверное, трогать не буду, они слишком безобидно выглядят. Вот этого вот, конечно же, убью, потому что они очень близко подходят уже ко мне. Так. И вот вы тоже. Что вам надо, блин? Успокойтесь уже. Так, все, вроде бы эти меня достать не должны, поэтому все хорошо. Можно срубать блоки. Господи, какой же кайф, сколько золота! Это просто с ума сойти можно. Так, отлично, отлично. Куда-то что-то упало, как будто. Ладно, неважно, так, тихо, там пиглины где-то ходили только что мне показалось. А, это скелет, ладно, скелет не страшно. Скелет не страшно. Так, кто-то подбирается ко мне потихоньку. Они все-таки пытаются меня настигнуть. Не получится у вас того сделать. Так, забираем оставшиеся блоки. Сколько у меня вот таких блоков? 13 золота, офигеть. Так, ой-ой-ой, взрывоустойчивость шлема у меня. Защита снарядов 1. Прикольный шлем, заберу, конечно же. Железо, естественно, есть у нас. О, незеритый. Целых 2 древних обломка и незеритовый лом. Я что-то сразу же даже на них внимания не обратил. Так, меня сразу все внимание на шлем почему-то изначально перекосилось. Так, все-таки я заберу, конечно же, лом, заберу железо. Отлично. И слитки. Я, наверное, все вот эти блоки переделаю сейчас в слитки, чтобы было, как говорится, поинтереснее. Места побольше было. Ну и, в принципе, все еще. Вот тут всякие разные блоки. Господи, сколько мы с вами нафармили всего в этом бастионе. Это просто чума чумачечья. Это здорово. Это очень приятно. О, сундук. Нифига, я его, кстати, не лутал. Сейчас мы посмотрим, что там. Может быть, там будут еще одни незеритовые ломы. Ну-ка, сейчас проверим. Изначально я перекушу картошки. И посмотрим. Так. Так, оп, отлично. Что в сундуке? Здорово. Так, меч на заговор огня один. Неинтересно, лопата алмазная моя, я думаю, заберу. Пригодится она мне вместо, наверное, вместо 4 обсидиана. Обсидиан мы всегда сможем накопать, в принципе. А, сгустки магмы собираем, паутину собираем. А золотой нагрудник, я думаю, мне нафиг не сдался. В принципе, как бы все. Мы молодцы. Мы вроде бы как полностью облутали данный бастион. И это, мать его, очень приятно. Единственное, где я не был, насколько мне известно. Сейчас покажу, где. По-моему, я еще не ходил вот куда. Пошел нафиг от меня слаймик, смайли хотел сказать. Так, нам нужно... Господи, чуть в лаву опять не свалился. Нам нужно сходить вот сюда. И вот здесь еще проверить данный этаж. По-моему, тут меня не было. Так, картошечку кушаем. Здорово, пиглин маленький наш. Убиваем. Ой, ой-ой, ой-ой-ой. Много вас здесь. Так, накопилось у вас нормально, я скажу вам. Неужели вы какой-то сундучок охраняете? Так, отлично. Убирай. Молодец. Так, может тут где-то будет сундук какой-нибудь еще? Ну-ка, проверим. Здесь пусто. Ладно. Может быть, тут я что-нибудь упустил. И тут пусто. Короче, по-моему, все. По-моему, это точно финальная прямая только что была. По-моему, мы точно все залутали. Так, сейчас нужно забраться вот таким образом. Эть-эть-эть. Молодцы. Так, забрались. Прекрасно. Куда и где еще не ходил? Вон там я еще не ходил. Может быть, там сундуки все-таки будут? Я все-таки, как говорится, не теряю надежду до последнего. И надеюсь, что где-то сундук все-таки еще у нас тут найдется. Так, отлично. Собираем кирпичи. Они не собираются? Они собираются. Надо гладкие кирпичи собирать. Вот эти получаются. Во, хорошие кирпичики. Вы-то как раз-таки мне нужны для того, чтобы можно было простраиваться немножко. Так. А вот здесь еще немножко вижу этих кирпичей гладких. Отлично. И вот тут. И вот здесь. Ай, как хорошо! Собрали нужное количество. Что у нас там? Выход получается, да? Да, тут выход. Тут выход, тут уже ничего интересного. Нам как раз таки туда и нужно будет идти, насколько мне известно. Насколько мне память не изменяет. Так, забираемся вот сюда, на этот уровень. И смотрим, кто нас встречает здесь. И встречает ли нас вообще здесь кто-нибудь. По-моему, никого тут нету. По-моему, этот бастион стал максимально безжизненным. Буквально недавно здесь кипела жизнь, а сейчас здесь никого нету. Вот такие вот мы с вами расхитители этих самых бастионов.
Не, ну мы с вами молодцы, на самом деле. Я горжусь. С нами еще один сундук, ребята! Супер! Отлично просто. Я еще и Гаста слышу. Блин, охота Гаста убить. Так, кушаем картошку. Поели, что в сундуке? Так, ботинки на скорость души. Скорость души 2. У меня, по идее, есть не ботинки, однако, будут. Стрелы. О, кстати, это надо было. Прям, знаете, прям... Плохо, что они тут появились, плачь, я заберу. Ну и, в принципе, вроде бы как-то все, больше ничего интересного нету. А что это за рисунок? Рыло. Ладно, мне это не интересно. Рыло меня не интересует. Так, хочу еще выше забраться. Блин, сколько тут забираться-то еще нам, а? Вообще жесть какая-то. Раз, два, три, здорово. Тут что-нибудь есть? Кто-нибудь есть? Ничего нету, по-моему. Здесь, опять-таки, у нас пусто. Ничего и никого. Так, вот сюда я могу, наверное, прокопаться. Вот таким вот образом. Так, здрасте. Хеллоу! Хеллоу! Тут кто-нибудь есть? О, здорово! Я тебя рад видеть, на самом деле, если тебя стрелы выпадут, да? Да. Оп, собрали стрелы. Собрали? А, это лук, фу ты, это не стрелы. Лук мне просто-напросто не нужен. Так, ну вроде бы как все. Знаете, куда еще охота пройти? Во-первых, охота залутать немножко себе Назарека, который я прям-таки сейчас смогу как раз-таки облутать на изи. Вот тут у нас его довольно-таки много. Так, а, не так уж и много его здесь, ладно. Так, собираем Назарек, простраиваемся вот сюда. По-моему, я где-то там слышу Гаста. Это хорошие новости. Это очень хорошие новости. Ой, господи, опасно было сейчас. Так, супер, собираем Назарек. Наконец-таки у меня будет нормальное количество этих блоков. Так, и сейчас нужно выбраться немножко повыше, для того, чтобы хотя бы чуть-чуть обсмотреться и по возможности убить еще одного Гаста пострелить. Так, здорово, где там летаешь? Расскажи мне, где ты летаешь? Откуда ты в меня стреляешь? Откуда? Откуда? Оттуда стрельба идет, понял? Понял, 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 понял. Ты над лавой? Ой, как хорошо! На! Умирай! Давай! Отлично! Убили, ребята, он над лавой умер. Нет, пожалуйста, хоть бы не над лавой. Стоп, это что такое? Что это за постройка такая? Господи, это не постройка. Это не постройка. Так, слезу Гаста получили, отлично! Это порох! Черт, это порох! Это не слеза! Фак! Так, настроить графики, элементы игры, туман выключить. Туман нам сейчас не нужен. Нам сейчас нужно дальше убивать вот этих говнюков. Так, ботинки скорость души надеваем, чтобы меня никто не агрился. И пытаемся убить тебя. Давай, подлетай, подлетай. Ой, что это за скорость такая была? А, понял, скорость души, точно. Во, хорошо, отлично, отлично идем, отлично идем. На, готов. Так, слеза, пожалуйста. Пожалуйста, да черт возьми. О, блин, опять не слеза. Да что ж ты будешь делать-то? Нет слезы. Это грустно. Это очень печально. Это очень печально, повторюсь, еще раз. Не буду сейчас повторять это тысячу раз. Это очень печально, что не было слезы Гаста у нас сейчас и снова. Как же грустно. Ух ты, золотой блок, вау. А что это я его не залутал, интересно? Вопрос очень интересный. Услышу опять Гаста. Ты где там заспавнился, признавайся? Я тебя сейчас найду, блин, скорость души, офигенские ботинки. Я так хорошо бегаю, я так хорошо передвигаюсь. И вот, кстати говоря, прямо сейчас нужно нафармить немножко стрел, убивая данных клиентов, потому что стрел у меня 10 штук осталось. Это, как вы понимаете, совершенно не ахти, совершенно мало. Так. Меня бесит то, что стрелы скелетов вот таким вот образом нельзя подбирать. Было бы, прикиньте, как круто. Можно было бы столько стрел фармить себе. Так, о, здорово, здорово, Газ, здорово, Газ. Я не знаю, над лавой ты или нет, но не буду рисковать, чтобы тебя не потерять. Просто-напросто пострелю его и посмотрю, что мы там такого могли упустить. Так, о, здорово, здорово, здорово. Рад тебя видеть и сюда. На, готов. Отлично, стрелы есть. Стрелы подобрал, в смысле, стоп. Были же. Ладно, все окей. Еще один скелет у нас тут как тут. Сейчас мы тоже к нему подберемся. Давай, падай ко мне, спускайся. Малорик, отлично. Ты роковую ошибку. Сделал роковую ошибку, допустил скелет, то что напал на меня, но не важно. Не важно. Забираемся. Опа, отлично. Так, что у нас здесь? Да, Гаст, слеза! Отлично, ребята! Слеза получилась! Еще один скелет у нас здесь есть. Это очень хорошо. Убиваем, конечно же, фармим стрелы. И в скором времени, я чувствую, ребята, нам предстоит отправиться на еще один бастион. Представляете себе, что я придумал? Действительно, на еще один бастион нужно будет сходить. Так, там блок я не залутал. Чё-то мне его неохота как-то лутать, честно говоря. Я так подумал, пошли они со своими блоками нафиг. Вот, как-то так я подумал. Дело в том, что на него времени я тратить не хочу. Я хочу еще раз вот сюда вот немножко прокопаться. Так, по возможности упасть вот таким вот образом, аккуратненько. И вот здесь еще раз быстренько что-нибудь просмотреть. Что-то мы тут могли не залутать, возможно. А возможно, все и залутали уже. Вот сюда нужно пробраться. Так, здорово, тут что-нибудь есть? Так, лава, ой-ой-ой, ладно, она вроде бы как-то не собирается в мою сторону. Так, я прям чую то, что я где-то сундук еще один не облутал случайным образом. Так, так-так-так-так-так, тут ничего нету, нет, походу, ребят, мы с вами тут уже все, что можно, облутали. Окей, тогда придется выкапываться. Выкапываться на верхушку, выкапываться на верхушку. Еще выше и выше, как говорится. Так, Гаст, я тебя где-то слышал, по-моему. Где-то это было.
Было-было-было-было, и прошло... Вон он, но он над лавой. Нет, это неинтересно. Это совершенно меня не интересует, то, что он над лавой находится. Так, мне нужно как-то сейчас быстренько к этому бастиону опять-таки прийти. А в плане... Неправильно выразился. Вернее, выйти мне нужно от этого бастиона как-то сейчас. Как это сделать, вопрос интересный. Наверное, как-то вот таким образом. Так, повыше. Забираемся, супер. Теперь еще выше можно это сделать. У меня 9 блоков. Я не знаю, хватит ли мне их, но если что, на крайний случай воспользуемся плачущим псидианом, наверное. Так, а нет, мне, наверное, хватит блоков все-таки. Супер, собрал. Так, повыше забираемся. Здорово. Откуда я пришел? Вот в чем самый интересный вопрос. Я не помню, откуда я сюда пришел. Блин. Как все, мать его, сложно. Ладно, будем сейчас разбираться. Как нам отсюда правильнее всего было бы выйти? Че по ботинкам? Ботинки пока-то более-менее целые. Так, все-таки я, наверное, вот сюда упаду. Вот таким вот образом. Так, мы это сделали. Там у нас газ, по-моему, новенький. Новенький газик, здорово! На! Отлично! Убили! Ух ты, испытание разрешено вернуть отправителю. Вернули отправителю еще. К слезу не получил. Блин, еще один газ у нас здесь находится. Так, чувак, я тебя просто так не отстану. На, ты, возможно, над лавой, но ничего. Так, отлично, готов. Ай, больно, наверное, было. Так, пойдемте посмотрим, что у нас там упало, куда. Ну-ка, ну-ка, на-ка. Здрасте, слеза. Порох, черт возьми, слезы нету. Обидно, знаете ли. Было бы очень здорово найти слезу, но нифига. Короче говоря, ребята, я думаю, то, что нам потихоньку нужно будет возвращаться домой. Господи, сколько там блоков-то я упустил. Пипец, ребята, их нужно все-таки добыть будет. А, чуть не упал вниз, как же страшно. Короче, в скором времени нужно возвращаться домой. Но, наверное, я сделаю, дорогие друзья, уже это в следующей серии. Потому что сегодня, я думаю, то, что уже пора заканчивать. Что ж, дорогие ребята, всем огромное спасибо за просмотр этой серии. Я надеюсь, что вам понравилось. Если так, то поставьте лайки, мне будет очень приятно. Мы с вами сегодня в алтаре очень много всего получили. Незелитовый лом, получили себе золотые блоки. Черт возьми, это дорогого стоит, это очень здорово, поэтому, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Напоминаю, мой основной канал тоже, если что, в описании. Заходите, смотрите крутые видосики там. Я с вами не прощаюсь, поверьте, дальше будет только интереснее. Увидимся в следующих сериях.